Шамиль Гитинов красный кургиз. Весовой категории красный тигур, весовой категории 96 килограммов. Шамилю надо эту схватку выиграть в любом случае. Любыми силами. Вы знаете, наверное, дорогие, это семья, достойная семья. На Олимпиаде серебряную медаль Сиднея принес его брат Арсен Гитинов, весовой категории 74 килограмма. Попытка вперед! Бал! Накрывает Шамиль его! Накрыл 2 балла! Угадал мысли своего соперника. Шамиль вовремя ушел от приема и накрыл своего соперника. Пошли на лопатки. Могут даже и здесь могло быть и туше тоже. Но слишком неожиданно это получилось. Но вовремя Шамиль ушел от приема. Сайтиевский прием! Буэсер Сайтиевский прием! Сейчас он, смотрит, скрестил ноги. Уходит американец. И Шамиль получает бал.